захватывает дух. Следующая тема – бренд территории как предвкушение туриста, и раскроет его основатель и управляющий директор компании «Территории РФ» Анна Булочникова. Аплодисменты. Добрый день, друзья. Мы продолжим историю про бренды территорий. Я хочу показать, что такое бренд с точки зрения вот нас, как туристов. На самом деле бренд — это ожидание, это предвкушение, это картинка, которую каждый из нас рисует у себя в голове иногда до того, как соприкоснется с продуктом. Я абсолютно уверена, что у каждого из вас есть такой пример в голове, когда вы не знаете, еще не касались продукта или услуги, но уже почему-то знаете, какие преимущества и что вы получите, когда будете этой услугой пользоваться, потому что именно так мы делаем выбор. Я хочу сейчас привести очень короткий и конкретный пример. Представьте себе Porsche. Вы можете точно представьте себе картинку, цвет, структуру салона, материалы, запахи, ощущения, которые каждый из вас получит, когда будет ехать. Вот просто вот прям представьте себе это. А теперь ответьте себе на вопрос, какой вы, когда обладаете этой машиной. Какой вы? И вот прям зафиксируйте это представление. И следующим моментом ответьте себе на вопрос. Вы купите Porsche? Теперь давайте проведем эксперимент. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто когда-либо сидел за рулем или в салоне Porsche. Отлично. А теперь поднимите руки те, кто себе представил, как это будет. Отлично. Нас гораздо больше. А теперь, пожалуйста, поднимите руки те, кто ответил себе «да» в момент, когда я спросила, купите вы Porsche или нет. Ага, нас совсем мало. А почему так? Смотрите, тех, кому понравилось сидеть в Porsche, оказалось много, а тем, кто купит его, оказалось так мало. Давайте я предположу, когда я задала этот вопрос, у вас в голове включился такой моторчик, который начал переключать и кидать вам в голову аргументы. Очень дорого, дорого содержать, очень высокий налог, низкий клиренс по нашим-то дорогам, да вообще это уже не модно и так далее. На самом деле, вот именно вот так работает наш мозг, именно так мы делаем выбор. Именно так мы взаимодействуем с брендами. Мы почему-то уже знаем, что мы получим от этой машины, и уже в этот момент мы делаем выбор. На самом деле, маркетологи Porsche тратят около 300 миллионов долларов каждый год для того, чтобы доказать нам с вами и всему миру, что это самая лучшая марка. Как? Они показывают ее отличительную особенность. Чем она не похожа на другие? Ее уникальность. То самое уникальное торговое предложение. Вот то самое УТП, за которое борются все. Это, вот, собственно говоря, идентичность. И это то, как мы делаем выбор. Как мы покупаем. Мы просто эту ценность примеряем на себя и понимаем, наша или нет, хочу или нет. На самом деле каждый из нас делает сотни таких выборов, выбирает сотни брендов каждый день. Буквально каждый день мы принимаем решение, почему пойдем пить кофе именно сюда, почему купим хлеб именно здесь, в каком банке купим карточку и так далее, и так далее. Эти выборы на самом деле продиктованы либо очень качественным маркетингом, за которым стоит очень большая сумма, вложенная в этот бренд. Но иногда нам делать выбор довольно сложно. Знаете, я вот все время, когда прихожу на рынок за овощами, передо мной стоит 40 одинаковых бабушек с одинаковыми горками огурцов и помидоров. Представляете себе, да? И я вот смотрю на этих бабушек и думаю, вот классно было бы, если бы у каждой из них на лбу была такая, знаете, бумажка, как из игры, на которой было написано, у меня самые сладкие огурчики, потому что я их поливаю до рассвета, и кожура у меня не горчит. Тогда можно было бы сделать проще выбор. Когда мы говорим о брендинге территорий, на самом деле все то же самое. В основе бренда территории лежит идентичность. Та самая уникальность, почему, чем отличается один бренд, одна территория от другой.
Но в случае с территориями все гораздо сложнее. Почему? Потому что в основе бренда должен быть на продукт, и только основанный именно на идентичности. Идентичность может быть очень разной. Идентичность может быть в виде истории, как в Киже, в виде культуры и особой культурной традиции, как в Троицком Сунгуре. Может быть в виде природной составляющей, как в Имиконе или в Мурманской области. В виде народного творчества, как, например, в Дагестане, или в виде людей, которые создают и транслируют традиции малых народов, как ребята из Ленинградской области. И самый главный вопрос в брендинге территорий в том, чтобы выбрать какой-то один смысл и транслировать именно его. А в чем, когда происходит покупка? Помните про Porsche, да? Мы ответили на вопрос, когда мы сравнили ценность, которую транслирует бренд, с нашим желанием купить или с нашей потребностью. Так вот, знаете, мы, когда работаем с территориями, мы проводим на самом деле сотни тысяч интервью туристов, как они путешествуют. И мы поняли, что до того, как человек делает выбор о покупке, вот он сидит в Москве перед телевизором, на самом деле у него есть всего один вопрос. Один единственный вопрос, прежде чем он примет решение о поездке. Этот вопрос звучит вот так. Очень просто. Он хочет знать, что, простите, он будет там делать. Именно вот в такой формулировке. Это скрин сайта Visit Imandre. Это одна из территорий, продвижением которых мы занимаемся. Он вошел в топ-3 лучших сайтов, туристических сайтов в этом году, уступив только Руспасу. И когда мы спросили, а почему, мы, честно говоря, не ожидали. Нам сказали, здесь очень простой пользовательский путь. Почему? Здесь очень просто написано, что конкретно будет делать турист, когда приедет на Имандру. Очень просто. Почему? Потому что когда человек читает это, он так же, как и вы, да, вот 10 минут назад, он помещает себя в этот момент, он знает, что он там будет делать на этой территории, принимает решение. Вот эта картинка, которую мы ему нарисовали, она совпадает с тем, как он хотел провести отпуск? И если да, он моментально кликает «купить». И мы видим это в конверсии покупок. Секрет туристического бренда на самом деле в том, чтобы пройти технологию. Вот смотрите, когда бренд, мы с ним взаимодействуем, любой бренд, будь то банк или территория или машина, мы сначала видим какое-то ощущение, потом догадываемся о продукте, понимаем его ценность и применяем эту ценность себе, на себя и принимаем решение о покупке. Когда мы создаем бренды, важно пройти в обратную сторону. Нужно найти идентичность территории, понять, как она выражена в продукте, и только потом делать бренд. И самый главный секрет на самом деле, как сделать бренд недорого и быстро вывести его, в том, чтобы понять, а в чем продукт. Потому что продукт, идентичность может быть разной, но продукт — это то, вокруг какой темы сосредоточено максимальное количество бизнеса уже сейчас. Что бизнес территории, туристический бизнес сейчас транслирует вовне. И если это сделать, если это найти, то эта ценность будет донесена очень быстро. Я хочу с вами еще провести небольшой эксперимент, показать, как это работает на самом деле. Я сейчас вам покажу несколько брендов территорий, и вы будете говорить, что смотреть, транслируется ли продукт или нет. Откройте энергию Имандры, это наш бренд, мы о нем говорили уже. Бурятия, больше, чем Байкал. Что вы ожидаете получить, когда видите такой бренд? Быстренько, сходу. Что? Энергию, окей. Смотрите, что вы купите, что вам продают. Еще один пример. Ярославия, среднерусская Гордарика. Что вы ожидаете получить? Какой продукт? Традиции. Окей. Что мы получаем? На самом деле, ну, как бы здесь не очень понятно. На севере жить, Мурманская область. Ожидание чего-то про холодного, да, очень хорошо сочетается с тем, что транслирует на самом деле сайт.
Камчатка, твое невероятное приключение. Что мы хотим, ожидаем увидеть? Вулканы. Здесь все просто, и именно это мы получаем, когда приезжаем, именно это мы видим. Башкирия, душа Урала, сердце Евразии. Что ожидаем получить? Мне, к сожалению, плохо слышно. Но вот какие-то путешествия по природным достопримечательностям на самом деле очень соответствуют с тем, что продается. Южный Урал – место для новых путешествий. Ну, из названия следует, что мы получим некие новые путешествия. Конкретно какие – не очень понятно, хотя эмоций предлагается достаточно много. Собственно говоря, идея заключается в том, чтобы очень четко, чтобы бренд, который вы транслируете, тот посыл, который вы транслируете, был абсолютно идентичен тому, что получит человек. Для этого нужно в позиционирование вынести именно продукт, что конкретно человек будет там делать. Именно тогда его впечатления совпадут с ожиданиями, и именно тогда его чек по статистике вырастет в 1.5-2 раза. И все те экономические эффекты, которые мы от туризма хотим получить, они и случатся. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Анна Булочникова. Ну что ж, мы продолжаем. И, конечно...